Существует влияние планет с точки зрения локации. То есть, например, у вас есть сейчас определенный период, например, там Сатурн у вас идет. Но вы живете в городе, рядом с которым или прямо по которому проходит линия там, того же Марса, либо еще какой-то планеты. И получается, что вы живете в период, например, Сатурн-Марс. И то, как Марс влияет на вашу карту, на вашу навамшу, дробные карты, как он проявляет себя в периодах, также он будет себя проявлять в том месте, в котором вы живете. И это уже можно назвать кармой. Ну, естественно, ее можно изменить, сменив место локации. Можно также изменить это с точки зрения васту, когда вы гармонизируете свое пространство, свою квартиру и себя, так скажем, трансформировать. Потому что влияние планет в вашей квартире будет ослаблено. Но когда вы будете куда-то уезжать, то эта тенденция будет сохраняться. Поэтому карма места жительства присутствует в двух вариантах. Это астролокация, то, где вы живете. Ну и также это четвертый дом, отвечающий за недвижимость. Когда у вас есть какие-то проблемы с поиском жилья, что-то там не складывается, или там соседи какие-то не такие, там прорвало трубу, это все карма жилья. По сути, именно карму жилища можно решить через васту, и понимание того, что за программа стоит в планетах, которые управляют четвертым домом и стоят. В принципе, мы когда разбираем карты, мы все включаем и с точки зрения, да, науки васту. Астролокация же поможет глобально изменить ситуацию, так как там вы переезжаете в место, которое вообще меняет, в принципе, вашу навамшу, и эта технология меняет вообще вас как личность, именно переезд. Вы замечали, что люди, которые переезжают в другую страну, иногда становятся другими? Характер их меняется, восприятие, внешность, потому что ваша карта меняется. И мы вычисляем именно, как меняется карта, какие новые характеристики появляются, хорошие они или нет, что будет усилено, что уменьшено. И в данном случае вы, конечно, эту карму можете, так скажем, трансформировать, да, в вашу пользу. Для этого просто нужно это изучить. У нас есть такая возможность, вы можете записаться на экскурсию в школе, ссылочка под видео, и мы решим вопросы кармы, места жительства. С вами был Макс Амира. Знание – это сила.